Был чел, говорит, и нет чела. Да, не говори, видишь, смотри, проблемы. О, нифига себе! Ага! Привет! Витёк здесь, и это FNFF, Friday Night Pumpkin! И это очень странный мод. Я узнал о его существовании буквально 10 минут назад. Он называется Smoke Em Out Struggle в английском языке. Переводится что-то типа «выкури их борьба». В общем, я не смог это перевести. «Борясь, выкури, скури, обкуренные коты». Вот тут варианты, видите, чатик пишет варианты, в общем, переводов. Выберите себе сам, какой надо. В общем, главное, что это «Versus Garcella». Мод называется «Против Garcella». Играем какого-то. И давай посмотрим, что это такое. И причем тут сигареты и курение. Во, смотри, неделя G. А в описании мода написано, что нужно играть на харде. Поэтому... О, тут смотри, 4 песни. Головная боль, нервы, отпустила и затухание, фейтинг. Интересный мод. Судя по названиям песен, он очень любопытный. Давай посмотрим, что это такое. Запускай. Может быть, выкури всю боль? BFNGF заметили странное свечение, идущее из парка, в общем. Бип. Чё случилось, маленький человечек? Что, дым поймал твоё... Ну, в общем, дым привлёк твоё внимание? Бибоп. Да, это клёво. Ты должен попробовать. Бибо. Ты уверен? Ну, давай. Бибоп. Знаешь что? Если ты победишь меня в дружеском маленьком рэп-баттле, я дам тебе немножко. Как тебе, а? Бибо-боп. Ну что ж, давай, зарядим. И ты не возражаешь, если я просто буду покуривать слегка? Это что это такое вообще? Это немного помогает успокоить нервы, ну знаешь. Давай попробуем. Поэтому первая песня называется «Нервы». Да-да-да-да-да-да-да, в конце клёво. Такой позитивчик. Жизнерадостная слишком песенка. Такое ощущение, что все совсем хорошо. Курение убивает. Ну, курение убивает, ребят, это точно. Но это же игра. Вообще все это не про курение. Это все про рэп-баттл, про танцы. Ребят, ну что, вы не понимаете, что ли? Ну, в смысле, танцую-то я, а не рэп-баттлится. Я-то не батлюсь. Я кнопочки жму. Бибоп, как говорится. А, смотри, он даже немножко вспотел. Видите на его лице немножко пот. Эй, говорит. Скибуб?
Это было весело, но моя грудь... в моей груди, в общем, начинается веселье. Я не знаю, о чем он. Бип? Бойфренд тоже не понимает. Я еще, говорит, не сдаюсь. У тебя есть немного мощных, как говорится... Ну, вообще, бар — это балка, ребят. Но это явно какая-то рэперская тема, наверное, по поводу каких-то там панчей и прочего. Бибоский Боб. Нормально, Бибоский Боб. Бибоский Боб. А, это прям такая, знаешь, присказка. А потом после этого ты расскажешь свою историю. Бибоский Боб. О, ты хочешь меня сделать продолжение? Тут Google перевод начался. Хорошо. Файн. Хорошо. Я сразу анекдот вспомнил. Помните этот анекдот про хомяка? Нет? О, я вам сейчас расскажу. В общем, как там это было? Учительница сдала классу задание принести, соответственно, класс на следующий день говорящих животных. Ну, в основном все попугайчиков притащили, а Петечку притащил хомяка. Учительница подходит. А как он? А как он разговаривает? Он же хомяк. Я вам, говорю, сейчас покажу. Берет такой палец, тынк ему в задницу вставляет. Хомяк такой. Он раз, два пальца. Хомяк такой. Он берет три пальца. Хомяк. Хорош! Вот, собственно, хорош. Я, говорит, наслаждаюсь. А, еще одна, говорит, не навредит. Угу. Да? Он про сигареты или про песню? Вот это чуть посложнее уже на старте. Да-да-да, он покашливает. Ой, что-то накосячил. Дым радужный. А кто знает. Так. Пытаюсь чат почитать, он мне постоянно стрелочки подпихивает. Блин, невозможно чат читать, когда он так интенсивно стрелки фигачит. Был чел, говорит, и нет чела. Да, не говори, видишь, смотри, проблема. О, нифига себе! Пип! Накрыло. О, вы видите там? Он вот тут там тело лежит. Он испустил дух, видимо. Сейчас дух-то начнет мне устраивать туда жару. Ну, давай посмотрим. О! Да посмотри только, а. Я так понимаю, я перестарался, да? Суть по всему, да. Ну, ладно. Ну, лучше это я буду я, чем ты.
что-то, говорит, больно, как в аду. Но, возможно, лучше, чем... Возможно, это лучше, чем то, что отец твоей девушки сделает со мной. Я не смогу, говорит, оставаться таким долго. Даже если у нас мало времени, давай закончим это большой песенкой. Давай. 3, 2, 1, go. Нагрузи мои стрелочки, как говорится, по полной программе. Этот парень был из тех, да. Начало уже заставляет задуматься. Блин, промазал. От меня. Ух. Да что я творю? Придет Блейнар и снова обязательно снимет реакцию ютуберов на то, как этот чувак выкуривает. Да? Я он заговорил. Тихо. Ой. Опасно. Тихо. Нормально. Отжал вроде нормально его. Почему он похож на Джотаро? Я не знаю, кто такой Джотаро. Чел. Какая-то очень философская фраза про «ты только посмотри», говорит, «солнце встает, и я типа больше не проснусь», что-то там вроде. Переводите сами. Эй! Извини, что я умер. Нормально. Я не хотел, чтобы эта штука убила тебя. Ты клевый. Я бы еще, говорит, повеселился с тобой, но... Это, говорит, моя ошибка. Вы двое имеете много идти. У вас, говорит, еще много впереди. И я не хочу. Ну, в общем, он не хочет какую-то тут нагружать нас этой фигней всякой. У меня было достаточно времени, чтобы что-то там сделать, маленький человек. Вы вдвоем, говорит, оставайтесь в безопасности, хорошо? А, еще песня? А, ну да, 4 же песни. Сейчас он прощальную исполнит, и все. Колыбельная. Ой, какая коротенькая. Все, и он пропал. А, так мило. Все. И музыки даже нету, да, грустненько. Вот такой вот мод.
Он, наверное, даже немножко, я бы так сказал, ну, философско задумчивый. Печальненько, да. Ну что, это был, как говорится, Smoke 'em out struggle. Ну, как-то соедините, в общем, слово «выкурить» и «битва». Что-то вы должны придумать. Ну, в общем, Гарселла жалко. Да, это был Гарсел. О, нормально, у меня все закрылось само. Я даже ничего не жал. У меня руки, вот они, руки. Руки-волшебнюки. Обкуренная битва? Ну, может быть. Может быть, так. Нормально название для видео, кстати. Так, что тут у нас по времени-то получилось? Минут на 15, да? Блин, не добавить, не отбавить, как говорится. Ну ладно, давайте тогда оставим это так, как оно есть. Ставьте лайк этому видео, в описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. С друзьями делитесь, добавьте плейлисты, еще комментарии пишите. И главное, ваше отношение к курению. Ваше здоровье. Пока-пока.